На сцене шоу «Точь-в-точь» в праздничном суперфинале «Пласидо Доминго». Знаменитая опера «Травиата». Это наш специальный подарок Любови Казарновской и всем любителям классического искусства. «Пласидо Доминго» и обладательница премии «Грэмми» за лучшую оперную запись, лауреат международных конкурсов, знаменитая оперная певица Екатерина Лехина. Спасибо вам большое за то, что вы приехали к нам, украсили наш замечательный праздничный эфир. Спасибо вам. Мы приглашаем вас на звездный диванчик, присаживайтесь, пожалуйста. Ну а вам, многоуважаемые члены жюри, по традиции предстоит отгадать, кто же представил нам Пласидо Доминго. Пожалуйста, Любовь Юрьевна, наверное, прежде всего это будете вы. Ну, конечно, а кто же еще? Правильно. Прелестный, красивейший номер. И какое чудо открывать великой музыкой Верди, великим дуэтом. И то, что мы видим, это реставрация фрагмента гениального фильма Франко Дзефирелли «Ла Травиата». «Травиата». И действительно, это один из шедевров, который создан в кинематографе, положенный на оперу. И я в восторге от номера. Оба наших певца были совершенно замечательные. Между нами, девочками, Глеб, ты совершенно не похож на голос
господина Доминго, с которым я пела неоднократно и с удовольствием. Спето было великолепно совершенно. И какая разница, похоже, не похоже. Это было такое качество великолепное. Это было так красиво, это было так элегантно. И я благодарю Первый канал за то, что они сделали поклон Ее Величеству оперы. Спасибо огромное. Я хотел бы напомнить нашим телезрителям, что сегодня мы только обсуждаем номера. И только лишь в конце нашего сегодняшнего особенного праздничного выпуска мы узнаем, какие оценки выставлены каждому участнику. Спасибо, Любовь Юрьевна. Я еще хотела добавить. Моя речь была похожа на речь лектора в карнавальной ночи. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Все равно. Та-даран-дарарам-пам. Так что ура Травиате, ура нашим участникам. Любовь Юрьевна, вы сказали о том, что то, что вы видите, это фрагмент чего-то. То, что мы видим, это моя мечта. Вот так встретить Новый год. Не с микрофоном в руке. И я с удовольствием вас приглашаю к этому столику. А пока, многоуважаемые члены жюри, вам слово. Геннадий Викторович, прошу. Ну, я под очень большим впечатлением. Много лет назад в Москве, в Кремле, проходил концерт Монсеррат Кабалье. И во время перерыва один из высокопоставленных кремлевских чиновников, он вошел в комнату, где сидели VIP-гости, и сказал, а был сольный концерт Монсеррат Кабалье. Он зашел и сказал, я прошу вас всех занять свои места, мадам Доминго уже начала петь. Так вот, мадам Доминго сегодня была потрясающая. Что касается Глеба, я до такой степени забыл про условия нашей программы, что нужно говорить и оценивать, похоже, не похоже. Тут я с Любой полностью согласен. Это такое удовольствие, Глеб, что если бы можно было, чтобы ты больше вообще ничего не пел бы и с утра до вечера пел только Травиату Верди. Это было бы грандиозно. С удовольствием приглашаем теперь и вас к нашему столу. Пожалуйста. Я, собственно, ради этого все и говорил. Леонид Исаакович, пожалуйста. Я что хочу сказать? Я в каком-то полусне. У меня такое ощущение, может быть, я приболел, а может быть, я изменился из-за того, что есть эта программа. И... Подожди, тебя же еще не приглашали за стол. Нет, нас никогда не приглашают, да. Нет. Я всегда сам прихожу. Я хочу... Вот почему вилка упала. Да. Знал я, человек придет. Да. Наконец у меня появилась возможность посидеть рядом с Ермольником. За столом. Именно. Нормальным. Потому что нас все время не что-то разделяло. Да. Праздничным. Да. А что говорить, а? А давайте-ка. Давайте. Мне, но правда, обидно, что не успели высказаться Аверин с Боярским как-то. Да, не, да, но у вас там тоже сказать, есть, ребят. У меня такое ощущение, не пригласили. У дверей, по-моему, стоят еще два гостя. Ладно, давайте, идите сюда, пожалуйста, Максим. Михаил Сергеевич, пойдемте. Михаил Сергеевич, мы любим приезжих. Даму. Я еще должен сказать по поводу Глеба несколько слов. Хочу произнести тост, который я, пока вы беседовали, написал. Все могут короли, все могут короли. Почти в один они играют роль. Но что ни говори. Точь-в-точь сыграть, как мы, не может ни один, ни один король. О-о-о. Не может ни один, ни один король. Михаил Сергеевич. За вас, господа, молодцы. Михаил Сергеевич, я понял, после таких стихов вам надобно не стул, а трон. Пожалуйста, присаживайтесь, прошу вас. Слово Аверину. Мне кажется, что платина этого проекта, это твои выступления всегда, вот, поэтому спасибо тебе за потрясающий праздник. Спасибо. Максим, с этой секунды спасибо. Пласидо Доминго превратился в Платина Доминго. Так давайте же споем еще раз вот за этим столом для всех телезрителей. Libiamo, libiamo negli eti colici che la bellezza infiora e lo Libiamo nei dolci fremiti che
che suscita l'amore, poiché come gli occhi ancora onnipotente va. Viviamo, amore, amore, fra i cuori ci più caldi baci avrà. Это шоу «Перевоплощение Точь-в-точь! Суперсезон!» Оценку Глеба Матвейчука мы узнаем в конце сегодняшнего выпуска. Давайте обязательно дождемся.